Парламент Армении одобрил законопроект о возможности сажать в тюрьму на пожизненный срок виновных в шпионаже или государственной измене. Как передает канал 13 со ссылкой на «Спутник Армения», инициатива была предложена оппозиционной фракцией «Процветающая Армения». 25 марта депутаты утвердили ее во втором и окончательном чтении. Они посчитали, что действующее законодательство слишком мягко относится к преступникам, посягающим на национальную безопасность страны. Согласно нынешним положениям Уголовного кодекса республики, виновный в шпионаже может быть осужден на срок от 8 до 15 лет, в госизмене – от 10 до 15 лет. После вступления нового закона в силу осужденных за шпионаж будут сажать на срок от 12 до 20 лет или пожизненно, а уличенным в госизмене будет грозить 15-20 лет тюрьмы с конфискацией имущества или пожизненное заключение.